Девочки, всех приветствую! Сегодня, 21 числа, уже месяц, как на свет, естественным путем после двух операций кесарево сечения появилась моя девочка, моя принцесса. Я все это время не перестаю благодарить Аллу и Кристину за такую мощнейшую работу, которую они провели. Собрали такой пласт информации воедино. Я вначале, конечно, очень сомневалась, стоит ли вообще брать этот курс. Ну, как у нас всегда, плюс 100-500 причин. То денег жалко, то... А вдруг сейчас купишь, а там фигня какая-нибудь? Ну, в общем, вы поняли меня. Как у всех, одна причина. Ну, в итоге я решилась, взяла тариф с поддержкой и ни разу не пожалела. Сама подача информации и четко разграниченная по темам, дополненная всякими практиками и упражнениями. Все это просто на высоте. Алла, Кристина и девочки-кураторы круглосуточно ответят на любой волнующий вопрос. Помогут в любой непонятной ситуации, во время беременности, во время родов. Ну а девочки с курса все стали как родные, как одна большая семья. Спасибо еще раз огромное за этот реальный шанс подготовиться, родить самостоятельно после операции кесарево сечения. Ну а девочки, кто сомневается до сих пор, даже... Не думайте сомневаться, берите курс. Еще я хочу дополнить, и девочки с нашего потока, да и со всего курса в целом, я думаю, со мной согласятся, что этот курс просто перевернул нашу жизнь. Он изменил в корне отношение к себе, к своему здоровью. И многие практики и упражнения останутся с нами теперь всю нашу жизнь, не только во время подготовки к родам. Поэтому... Всем огромное спасибо, всех обнимаю, люблю, целую.